Е-бой, как я давно ждал этого момента. Hey, yo, братва, с вами Серч. И да, вы видите эту потрясающую цифру, и это говорит о том, что я пришел вновь завоевывать пьедестал почета в глазах Габена, да. Что мы видим? Мы видим тот факт, что мне не удалось с одного ключа выбить гребаный нож. Значит, с двух ключей я выбью два гребаных ножа. Попробуем, ребятки, попробуем. Два хромированных... Я что, уже выбил два гребаных ножа? Мать моя женщина, да я не верю своим глазам, вы вот видите? А, ну, другое дело. Нажмем открыть контейнер. 45 гребаных кейсиков. Что мы можем? Давайте выберем самый последний и посмотрим, что нам, собственно говоря, может выпасть. Золотой предмет, это единственное, что я хочу получить. Уже пролетела розовенькая пушечка, фиолетовая, фиолетовая еще раз, пожалуйста. АК-47. Вот, наверное, это единственная шмотка из категории синие, которая мне действительно нравится. Я еще помню, когда только вышел этот кейсик, я полюбил эту шмоточку. Ну да ладно, у меня остается последний ключик, и это последняя попыточка выбить что? Правильно, нож. Я теперь буду говорить всегда так. Выбираем кейс из центра. Мы видим АВП Бог Червей, М4А1 Скоростной Зверь и открыть. Там в самом начале была гребаная красная пушка. И сейчас мне выпадает Негев! Господи, я счастлив! На самом деле нет. АК-47 и Негев-боец. Говорят, что все это стоит приблизительно 250 тысяч коинсов на CSGO Crash. Господа, как называются люди, которые типа записывают видео, но понимают, что все очень плохо и вроде ни хрена не записалось? Меня зовут Серч, и я уже без вашего ведома поднял на этом сайте... сколько у меня было? У меня было 250 тысяч. 250 тысяч. Сейчас у меня 447. И давайте я просто сейчас на ваших глазах поставлю 100 тысяч, чтобы вы понимали. Я даже могу, знаете, я могу поставить 150 тысяч. Мне уже ничего не страшно. Это пиздец на самом деле. Объясняю, в чем суть. Мы ставим ставочку, начинается таймер, и мы можем вывести свою ставочку в нужном нам плюсе. Я не знаю, как так получилось, что я не записал вообще ни хрена, но я не делал еще ни разу сейчас ставочку в 150 тысяч. Братва, мы видим, что если бы я сейчас поставил 150, я бы окупил сейчас себе их в X10. Господа, смотрите, сейчас дожидаемся 1.3, 1.3 дожидаемся, и я вывожу. 1.4, вывел. Смотрите, я поставил 150, у меня профит 63 тысяч, у меня уже 510, сука, 510 тысяч монет. У меня было 250 тысяч, когда я пришел на этот гребаный сайт. Сейчас снова дожидаемся и... блять, я уже начинаю заговариваться. Давайте сейчас попробуем 1.5. Блять, не хватило чуть-чуть! Пиздец, не хватило чуть-чуть. Вот этих моментов я боюсь больше всего. Фух, сука, я боюсь таких моментов больше всего. Успел, не успел, 410 тысяч. Я не помню, какой у меня был профит. Я уже... Вы, блять, понимаете, я играю по-крупному. 150 тысяч. Пиздануться. 200 тысяч. Пацаны, фух, это идиотизм. Это идиотизм ставить такие бешеные ставочки на таких штуках, но, блять, я хочу. Я просрал запись. Я не знаю, как я умудрился. 1.3. Пожалуйста, 1.3. Господи, пожалуйста, 1.3. Давай, братан, давай, 1.3. Фух, вывел. 1.37. Я успел вывести. У меня профит. Ёпта, я заплевал здесь все фонтаном. Ставим снова 200 тысяч. Это моя последняя ставочка. Я уже боюсь, сука, рисковать на этом сайте. Я реально боюсь здесь рисковать. Фух, все, вывел. Так, сколько? 546 тысяч, блять. Что творится? 546 тысяч, пиздец. Я хочу поставить ставку в 250. Это ровно та сумма, с которой я пришел на этот сайт. Чуваки, 250. Я не буду дожидаться всяких там X2, X3. Я просто вывожу на 1.3. 1.3, чё бы мне сейчас это не стоило. Вин, блять, 631 тысяча, господа. Блять, у меня эмоции переполняют. Новогоднее настроение, гирлянды делают свое дело. Ссылочка есть в описании, рефералочка, собственно, вам плюс, мне плюс. Все довольны, все радостны, не забывайте. Пальчики вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группец ВКонтаче и побеждайте. Всегда только побеждайте. Всем спасибо, всем пока. Я же не показал самое сочное. 631 тысяча. Я могу на изи вывести 100-трек М9 Bayonet. Сука! Вот чуть-чуть не хватило мне до этого 100-трека. И, ну, собственно, как вы видите, 2 миллиона 100 нужно для того, чтобы вывести этот топовый гребаный нож. Ну что ж, господа, мы можем прямо сейчас... А, ну да, я идиот. Я не указал ссылочку на гребаный трейд. А вот таким вот образом мы ее вставляем. Заходим обратно на эту прекрасную страничку. Нажимаем на этот прекрасный ножичек. Оу, да, детка.
О, как мне это нравится. Please wait while you trade offer is being said. Stay tuned, this might take a few minutes. Так, подождите. Нужно сразу зайти в Steam Chansky. Нужно в предложение обмена посмотреть. И что мы видим? Господа, господа, что мы видим? Мы видим, что мне нужно зайти в семейный гребаный просмотр. Отправить гребаный код. О, да, детка. Господи, как же это офигительно. О, как мне это нравится. Да, я доверяю, конечно же, я доверяю. В таких моментах нельзя просто не доверять. Чуваки, обмен завершен. Е-бой, как я давно ждал этого момента. Всем спасибо, всем пока.